Говядина по-армянски – это еще один способ очень классно приготовить мясо для повседневного или же праздничного стола, отлично проваренное и протушенное мясо в сочетании гранатового соуса неповторимо. С первого взгляда кажется, что говядина по-армянски готовится сложно, на самом деле это не так. Очень важно правильно нарезать мясо, поперек волокон, чтоб оно получилось сочным и нежным, мясо затем мы опускаем в кипящую воду. И варим тушим на самом медленном огне до тех пор, пока вода практически полностью не испарится, это займет примерно 2-5 часа. Затем мы немного обжариваем мясо с луком и подаем к столу. На гарнир можно использовать как крупы, так и картофель и свежие овощи, а можно и просто подать со свежим хлебом, это тоже очень вкусно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовим все необходимые ингредиенты. Мясо промываем, просушиваем и нарезаем поперек волокон кубиками. Каждый кусочек мяса должен получиться размером с яйцо. В сотейник или в глубокую сковороду наливаем пол-литра воды, доводим до кипения, кладем кусочки мяса и солим. Накрываем крышкой, убираем до минимума огонь и варим около 2-5 часов. Нарезаем лук. Вкуснее тем, кто подпишется. Когда вся вода практически выкипит, кладем лук и обжариваем все около 5 минут, постоянно перемешивая, на среднем огне. При подаче мяса посыпаем зернами граната и поливаем гранатовым соусом. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты. Говядина 500 грамм, лук 300 грамм, зерна граната 0,5 штуки, сливочное масло 2 столовые ложки, соль, перец по вкусу, гранатовый соус наршираб 2 столовые ложки, количество порций 4-5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Люблю вас, друзья, жду снова.